Йоу, салам алейкум, братва, с вами Шторм. Я продолжаю играть на проекте Black Russia сервер Crimson. Сегодня мы продолжаем наш путь от игрока казино до крутого мажорчика с бизнесом, совсем с домиком. В прошлой серии мы купили себе квартирку, также машинка у нас есть. И сегодня я хотел бы поднять денежек себе уже там, не знаю, на какой-то бизнес. У меня есть 357 тысяч. Кстати, ребят, кто играет на Black Russia, напишите, сколько стоит нормальный бизнес. Мне будет очень интересно почитать. Ах да, братан, если хочешь играть со мной, то переходи по ссылочке в описании, качай игру, после чего заходи на мой сервер Crimson, вводи мой ник при регистрации Боб Шторм и на втором уровне промокоде хэштег Шторм. Кстати, наш промокод самый лучший на сервере Crimson, поэтому, братва, можете вводить, он самый прокачанный, самый крутой и вам даст очень неплохую капусточку. Итак, ну что, ребят, я уже, в принципе, в казино, посмотрите просто, сколько здесь народу, это просто, ребят, пиздец, поэтому, ребят, я сейчас попытаюсь поймать какой-то столик и, в принципе, начать, ребят, здесь играть. Ну, поэтому погнали. Ну что, ребят, наконец-то я поймал, давайте первая ставочка у нас будет 50 тысяч, пойдем прям по крупничку, надеюсь, что ребят завинем, но цель у меня сегодня поднять хотя бы лямчик, не знаю, ребят, посмотрим, получится у нас или нет. Ну, ребят, у нас уже десяточка выпала, окей, играем дальше. У нас выпало 20, у него, ребят, выпало 21, мы проиграли 50 тысяч, окей, ладно, не расстраиваемся, ставим 100 тысяч, ребят, играем по крупничку сегодня. Итак, ребят, у него выпало 11, ему может выпасть блэкджек, поэтому я, наверное, застрахую, не знаю, что это значит, ребят, напишите в комментарии, я просто не шарю, но у меня выпало 24, у него 18, ладно, ребят, ничего страшного, мы бы так проиграли. Ставлю, ребят, 150 тысяч, играем ва-банком, посмотрим, ребят, завинем мы или нет. У меня выпало 19, ребят, у него выпало 20. Ну да, ребят, мы все срали. Пиздец. Так, ребят, я зашел, ребят, в донатик. Смотрите, ребят, здесь есть какие-то рулеточки. Давайте, мы еще не крутили, но рулеточки это, в принципе, тоже чисто казино. Но сейчас посмотрим, ребят, золотая рулетка, 500 рублей, давайте крутанем. У меня как раз есть немного донатика на Black Russia. Спасибо, что вводите промокод. Так, и поэтому сейчас, ребят, попробуем крутануть. И тут может выпасть, видите, Audi A4, BMW M5, воу, сумка Gucci, офигеть, ребят. Я надеюсь, что нам что-то годненькое выпадет, братва, поэтому поддержите лайкосиком, чтобы мне что-то годное и выпало. Итого, ребят, нам падает премиум VIP, платинум VIP на 10 дней. Это самая крутая випка, как я понимаю, на 10 дней. Она стоит, сколько, ребят, она стоит? Ага, она стоит на 30 дней косарь, то есть 10 дней это примерно 300 рублей. Ну, короче, мы где-то в минусе на 200 рублей. Ладно, ребят, у меня есть еще немного рублей. Донатных рублей. И мы их давайте обменяем верты и пойдем дальше играть с вами, ребят, в казино. Ну что, поддержите лайком, а я погнал в казино. Итак, ребят, ну что, я уже, в принципе, в казино. Давайте, в принципе, сыграем на 350 тысяч. Давайте, просто на все деньги. Повезет, не повезет, ребят. Просто играю на все денежки. И, блин, очень страшно, поддержите реально лайкосиком и подписочкой на канал. Так, ребят, у меня выпало 18, у него выпало 25, он перебрал, мы завинили, у меня 700 тысяч. Давайте еще раз сыграем на 300 к, я очень хочу один лям, чтобы у меня просто один лям лежал на ручках. Возможно, сейчас это меня, как бы, жадность фрая разгубила, поэтому надеюсь, что она сейчас не сгубит. Ну да, ребят, у меня 24, у него 18. Ну, повезло, повезло, ребят. Ладно, у нас есть 400 к, давайте сыграем на 400 тысяч, и я надеюсь, что сейчас, ребят, мы с вами завинем. Так, ребят, у меня блэкджек, отлично, ребят, я походу завинил, ребят. У него 23, у меня 800. Тысяч. Ну блин, жадность фрая разгубила, ребят, играем на 200 тысяч, я надеюсь, что, ребят, сейчас мы с вами завинем реально, поддержите лайкосиком. 23, ну да, конечно, ну да. У него 19, ну да, повезло, ребят. Ставлю, ребят, 400 тысяч, играю на 400 тысяч. У меня выпало 18, у него 20, у меня осталось 200 косарей. Окей, играем ва-банком, ребят, ва-банк. 20 выпало, ну давай, пожалуйста, дай завинить, прошу. У него 20, пиздец. Ну что, ребят, вот такая вот сегодня получилась серичка. Мы все всрали, конечно. Но я надеюсь, что в следующей серии я уже возьму немного побольше денежек. Мы попробуем с вами уже апнуть бизнес. Потому что, ребят, ну реально, мы уже четвертую серию снимаем, у нас до сих пор нету бизнеса. Я, наверное, все серии объединю в какой-то плейлист, и вы сможете посмотреть там с первой серии до четвертой. Вроде бы это четвертая серия. Поэтому, братва, поддержите лайком. Чем больше лайков, тем скорее выходит следующий видос. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока. Вот так вот. Не надо. Надо вот так вот. Понятно? Пацан, или может не пацан, подпишись, не ленись на канал. Лайк поставь, если что, он выглядит, будто палец, который направлен вверх. Быстро подписался.